Год культуры в России завершается. Весьма символично, что он стал юбилейным для Республиканского музыкального училища имени Павлова. Здесь проходит музыкальный фестиваль, посвященный 85-летию. Павловские дни уже традиция для культурного сообщества. Фестиваль проходит каждые 5 лет. Педагоги и музыковеды собираются на научно-практическую конференцию, где обсуждают самые разные вопросы. От теории и истории музыки до музыкальной педагогики и методики. Организатором конференции является теоретическое отделение. И на сегодня наше училище остается в центре музыкальной жизни республики. Без деятельности музыкального училища невозможно ни пополнение музыкальных кадров профессионально, ни композиторское творчество, ничего. То есть получается, что училище остается центром музыкальной культуры или одним из центров. И поэтому приобретает вот эти празднования этих павловских дней приобретает такое общереспубликанское значение. В программе музыкального фестиваля концерты от разных отделений музыкального училища. Это своего рода творческий отчет педагогов и студентов. Торжественное закрытие фестиваля «Павловские дни» состоится 12 декабря. В заключительном концерте примет участие Чувашская государственная академическая симфоническая капелла под управлением народного артиста России профессора Мариса Иклашкина. Екатерина Кудряшова, Николай Яковлев, Республика.